Привет, народ. Вот недавно получил я такой магнитный автомобильный держатель. Он ставится в решеточку, цепляется. Маленький, удобный. Тут, получается, в этой части магнит находится. Вот кнопка, так называемая, ее нажимаем. Раздвигается, ставим в эти пластмасски и отпускаем. Тут пружина такая достаточно мощная, что туго нажимается, надавливается. И она как бы ее держит очень сильно, фиксирует. А чтобы она, получается, не соскальзывала с пластмасса, тут такие вставки. Вот видно, что они немножко вот выступают, вот, так сказать, прорезиненные. Ну, как, может, не резина, но такой материал, который как бы держит. Хорошо, вот здесь тоже, наверное, все-таки резина, потому что тут тоже резинка. И немножко вот видно, что она не заподлицо, а немножко выступает, чтобы вот эта металлическая кромка не царапала там телефон. А вот у меня на телефоне чехол, он получается с магнитом. А у кого, например, нету в чехле магнита, то сразу вместе с этим держателем и вот эти два магнита. В зависимости от того, какой у вас чехол или какое желание, вот можете выбрать или такой магнитик поставить. Тут получается двухсторонний скотч. Прилепите и будет все тип-топ. Вот смотрим. Вот видите, как прилипает. Что этот, что этот. Так, ну давайте я возьму телефон. У меня сейчас на зарядке. Все-таки покажу. Так, вот телефончик. Вот получается стоит у нас эта защелочка. То защелочка, держатель. Вот эта часть, которая примагничивается. Все поставили и смотрим. Едем в машине, смотрим любимые видосики, там клипы или еще что-нибудь. И смотрите, вот эта часть, она еще регулируется. Ее можно угол менять наклона, как вам необходимо. Получается, вверх-вниз, влево-вправо. Как вам, как сказать, душе удобно. Довольно-таки интересная штука. Но один недостаток у нее, например, сейчас у нас начинается холода, и вот у вас получается обдув, вот телефон будет прикрывать немножко. Это если только делать вверх-вниз, потому что телефон у меня большой. Но у меня получается одно сопло закрывает и второе частично. Если вверх-вниз сделать, то нормально. А уже если обдув, то будет получаться нагрев телефона. Вот такая интересная китайская выдумка. Кому интересно заказать такой же держатель магнитный, ссылочку я кину под видео. Ну все, всем пока, до встречи на канале.